Стамбула в Турции. Когда мы приезжаем сюда на отдых, мы знаем Анталия, Алания, Кемер, Белек, Измир. Что такое Йелова? Где она? Кто она? Это любимый город президента республики, бывшего президента Ататюрка. Что такое Измир? Это город, который очень много Босфор проходит, да, через Измир. Это как у нас, например, в Украине Одесса. То есть это действительно хорошие, известные города. Йелова и Измир, они находятся рядом. Йелову вы можете увидеть буквально, если от нашего магазина выйти, по набережной через Босфор находится первый город, который мы открыли. Это Йелова. Измир находится в 100 километрах от Стамбула, прямой дорогой, да, на Анкару, на столицу Турции. И для начала нам это очень выгодно с точки зрения логистики. Так как мы работаем 9 месяцев, да, когда магазины ближе, нам это удобно, комфортно работать, компания не тратит много ресурсов. И дальше... Теперь мы можем потратить эти ресурсы. И как думаете, где мы откроем следующий магазин? Хотите в Анталию? Да, очень. В Анталию мы все хотим, все очень ждем. Как но сейчас мы еще ведем Анталия Трабзону, наше прям сейчас лидерское место. Такой магазин будет быстрее, и уже все-таки мы видим, что Трабзон мы откроем в начале января, а Анталию в конце января. Трабзон, знаем, где находится? На границе с Грузией. Класс! Анталию попозже, когда тепло будет купаться. Да. Я Анталию вам скажу, есть очень хорошие планы. И для нас, соответственно, и для вас тоже. Анталия вас очень порадует. Но на этом компания не останавливается. Если вы думаете, что только развитие будет по Турции, это неправда. Точно так же есть Испания, Барселона, точно так же есть Франция и Париж. Пока что то, что мы хотим с вами поделиться, какие страны, какие города мы хотим открыть, то, что видите вот. Это наши масштабы за 9 месяцев. Я думаю, что это заслуживает аплодисменты, нет? Это все делается абсолютно для вас. Компания развивается, делает предложения постоянно, всегда. И очень скоро вы и так узнаете про очень хорошие предложения. Тоже очень скоро. Мы всегда любим Бога. Наш первый гость. Да. А когда собираются открыть Испанию и Францию? Есть ориентировочные сроки? Ну, точно.